5-7, девочки, показ. Ну что, давай вот этот длинный вот мне позови. Сюда. Аня, иди к нам. Сколько лет? 26. Откуда? Из Бельца. Откуда? В Молдавии. А. Рожала? Да. Ну и что, сколько? 7. Ну, берем меня, возьмем, хорошо. Я одна не поеду. Мы подружек возьмем твоих. Да, Рыженька возьмите. У нее грудь хорошая. А ты откуда знаешь? Мне клиенты рассказывали. Хорошо, слышишь? Вот эту лохматую белую позови тоже. Нина, Кира, идите сюда, девочки. Ну что, девчушки, прокатимся? А куда прокатимся? Дальше. Вас трое, да? Нормально. Будешь доволен. Парни, парни, а где у вас тут спальня, а? Какая спальня? Давайте прям здесь, при всех. Не, я не могу при всех. Я нормально, качественно расслабить могу, только когда один на один. Не, не, девчонки, так не пойдет. Так не пойдет. Вы что ж, никакого кайфа. Никакого кайфа не будет, когда один на один. Ни одной мало. Да мне и двух мало. Так что устроим соревнование, девочки, быстренько в группе собираемся. В группе. А все нормально. Мы уже раздеваемся. А я могу вообще уйти. Или кто-то против? Никто не против. Выпиваем, выпиваем. Кто против? Да нет, да нет. Ты против, что ли? Да никто не против. Да никто не против. Пожалуйста, давай, клади соточку, клади сюда. $100 клади сюда и, пожалуйста, вон, свободно. А подружек твоих мы еще будем. Будем. А у меня денег нет. И потом мне мамка за вас только утром заплатит. Не, ребят, ну что, мы тогда тоже пойдем. Не, ну просто мы договорились сегодня или это вместе отдыхать. Или вообще никак. М? У меня денег нет, у нее вон тоже нет. Ну что ж, понятно, девчушки. Сейчас все будет. Вы только не расходитесь, сейчас меня дождитесь пару минут. Я мигом. Может, покурим? Ну что, девочки, работаем или как? Что заткнулись-то? Ну что ж, тогда пеняйте на себя. Ты чё, Косюк? Ты чё думаешь, я тебя боюсь, да? Тебя и бабку твоих, вонючек, думаешь, боюсь? Всё, пошёл ты! Бешеный. Чё, стоит, что ли? Суки, мать вашу. Ты чё? Ай, да ничего. Ой, футбол у них начинается. Теперь на целый месяц без денег останемся. Клиент на ящик подсядет. Жди на точке обвала. А может, они в этом году раньше гонять закончат? Если явный фаворит объявится и всех их уделает. Бразилия, я знаю, обычно всех маму уделывает. Да Бразилия в карнавале главное, а не в футболе. В
футболе Англии лучше. Мне клиент рассказывал, еще помню, за анал не заплатил. Ну все, Кулясова в заплыв ушла. Главное теперь, чтобы Джексон не сказал Лариске нас отморозкам и уродам продавать. А то он сам теперь в жопе доедет. Да нет, ты чё, Лариска на это не пойдет. Чё, чек оставить? Давай. Мой додырка! Давай мойся быстрее, а то до обеда не управимся. Нинка, в поилку ему поменьше вливай. Он и посыт. Не так много тогда. Ну вот говорю тебе. Ты неспокойный. Смотри, мне не переверни. Рассмотрев ходатайство отдела образования администрации города Макеевка и в определении в Макеевский детский дом несовершеннолетней Кулясовой Нины Руслановны... Валите обратно, откуда пришли. Не видать вам моей Нинки, как покойнику в месячных, ясно? Вы, пожалуйста, гражданка, успокойтесь. Вот предписание, давайте мы все по-хорошему будем делать, чтобы по-плохому не получилось. Хер вам по-хорошему и хрен вам по-плохому. Не отдам. Вы, гражданка Кулясова, пожалуйста, не выражайтесь про ребенка. Надо что-нибудь для девочки собрать, учебники для школы, еще что-нибудь. Учебники, говоришь? Сейчас я вам устрою учебники, ваша мать. Тебе учебники. Забирай. Ну что стоишь? Что, не нравится уже? А? Не нравится, спрашиваю? И вы, гражданка Кулясова! Дорогу сюда забудь, а то в другой раз тебе на голову выверну. Нулечка наша пришла. Срок. Шалава тебе, Томушка. Ты как о родной дочери говоришь, а? Привет, родная. Какие зайчики. Конфет дайте. Да? Вкусную конфету. Девочка нужна?
А он лысого позови. Нина! Привет. Иди, иди. Сидеть еще из-за тебя. Малолетки гребаные. Сиськи больше мозгов. Деньги вперед. Черт, кислятина. Как вы здесь живете? Удавиться можно. Зачем тебе деньги? На каплю будем с братом отдельно жить. Здесь-то? Болото. Слушай, поехали со мной в Москву. А чё? Хоть жизнь повидаешь. Вообще деньги сейчас только в Москве водятся. Девочки! Ты откуда? Из Макеевки. Как зовут? Нина. Сколько лет? 18. А в своем городе работала? Ну да. Анальным сексом занимаешься? А что, надо? Нет, не обязательно. Больше будешь зарабатывать. Тебе уже сказали, сколько? Нет, кто? Кто-кто? Джексон. Легок на помине. Так, чё стоим? Чё улица пустая? Ладно, не злись, мы на минутку подошли, познакомимся. Я тебя сейчас познакомлю, давай иди работай. Проблемы, шеф? Да какие проблемы? Работаем. Как обычно. Жвачку плюнь. Короче, у них сегодня субботник, ну, то есть это у нас с ними субботник. Так что, девочка, отработаешь. Здрасте. Здрасте. Поехали. Ну, давай, дочка, давай. Че, он у вас всегда такой? Понял. Какой такой? Миниатюрный. Ой, аккуратненький, я хотела сказать. Такой, Петрович, аккуратненький.
Миниатюрный. Ты рули, рули давай. С размерами после разберем. Ух ты! Укусила, сука, а? Да укусила, блядь, зубом своим, заразы! Да выкинь ты ее! Ну, пошла отсюда! Вы что делаете? Вы заберите ее! Подруга, ты чё? Кто тебя так отделал-то? Сара! За что? Тихо, тихо. За то, что у него член маленький, а я сказала. Ну кто про такие вещи-то говорит? Ты живешь где? Я пока нигде еще. Я тут на точке сегодня первый день. Живу еще нигде. Понятно. Ладно. Короче, ты иди работай. Я ее к нам отведу. Ну куда ее в таком виде? Людей так пугать. Так еще примут. Да? Да. Ходить можешь? Вставай. Пошли. Да, пошли. Нормально? Слышь, а кепка твоя? Ну что, пришла? Иди работай. Москва, иди работай. Я тебя предупреждаю, у меня хреновое настроение. Предупредили уже, я тебя тоже предупредить хочу. Ну? Сегодня одну новую девочку менты на субботник забрали. Ну и что, ты тоже отрабатывала. Все с этого начинают, она же не на юга приехала. Да не успеет отработать, помрет, если они беспредел творить будут. Ты что, хуела, блядь? Ты не понимаешь, куда ты свой жидерский нос суешь, какие дела? Я по отчиму Берман, а с мамой мы Масютиной. Была бы Масютина, не попал бы в болото. С тебя 500 деревянных за неуважение к начальству. Слушай, Джекс, а сколько стоит тебя нахуй послать? $100. Записывай. Я записываю. Джексон, иди ты нахуй. Хорошо, $100. А сколько стоит при всех послать? Ой, иди ты, а! Сука, распустились. Видно, не пиздил давно никого. Да, сейчас. С нами теперь жить будет. А нафига нам это тягомотина? Да потому что нужно помочь человеку, которому только-только 18, и которому сразу же не повезло в первый же день работы на точке. Мне никто не помогал. Привет! Привет, как дела? Нормально. Все, цветешь. Да, вот. Сколько здесь? 200. Зарплату просто в этом месяце задержали. Там кто встретит мать? Да. Скажешь ей, что я в конце месяца еще вышла, да? На. Тариф повысился. Теперь 200. А чего? Инфляция. Инфляция, говорит. Баба, может, инфляцию клиента устроим, а? Да Джексон давится, но все равно снимет. Ну, тогда на 30 градусов будем ноги поменьше раздвигать. Привет, коса. Здорово. Да, коса приехала. Ну что она таскается, девок пуск, да? Повадилась. Что, коса, за старое взялась? Здорово, Ларис. Ну здорово, коль не шутишь. Парнем.
Ну что, девчонки, подарки? Повезло, Кася на богатом нарвалась. Сказал, принесешь справку, что беременна, женюсь. Принесла. Дал 15 штук, повезло. Добрый вечер, Лёша. Здорово. Ну что, как дела? Идет клиент. Спасибо, Кася. Да ладно. А ты что не берешь? Мне не надо. Девочки, показ. Девочки. Слышь, шампунь для тусклых и ослабленных волос. Вот сука, а я две взяла. Мне положено, я беременна. Ань, сумочку бери. Сколько у тебя уже? 8 недель. Чего они все там грузят? Да я все понимаю, надо же подрываться на аборт. Ну, доктор сказал, что это аборт последний будет. Что скажешь? С одной стороны, у тебя уже Сонька скоро своих заделывать начнет. А с другой, она же у тебя насильная. Да, хер с ним. Ну, не скажи. Я так считаю, что у матери хоть один ребенок должен быть по любви зачат. Если ты ученого своего любила, когда заделывала, то оставляй. А если не любила, то все равно оставляй. Чтоб не перекрыть дорожку к зародышу, который по любви когда-нибудь зачат будет. А параллельно попробуй хека этого замороженного на бабки выставить. Слушай, а у меня же на параллелях этих-то и подловил. Анна, а вот почему вы полагали, что наши с вами судьбы никогда не пересекутся? А? Как параллельные прямые? Почему? Почему вы спрашиваете меня, именно меня, про параллельные прямые? Почему? Да потому что этого не может быть никогда, сколько бы вы об этом ни мечтали. А могу я вам задать один вопрос? Да. Где? Вот где, в каком именно пространстве эти прямые никогда не пересекутся? В любом. Прямые они и есть прямые, никакие другие. А раз идут параллельно, то нигде не пересекутся даже в конце пути, когда же все останется позади. Вот! Вот где собака-то и зарыта. Да? Да. Не пересекутся они только в плоском пространстве и в эвклидовой геометрии. А в любом другом они пересекутся. Так в каком конце-то концов? В Римановом. В этом многомерном пространстве геометрии Бернхарда Риммана, который вообще геометрию ощущал не как философию, а как учение о беспрерывном совокуплении, в смысле совокупности однородных объектов. Как у однополых, что ли? А давайте маме моей позвоним, а она знает ответ на этот вопрос. Откуда? Ну, она у меня учительница и не выпивает. Ну, вон, телефон и не звони. Алло, мам, привет, как дела? Как Сонечка, не болеет? Понятно. Я что звоню-то, мам? А, вот скажи, параллельные прямые, они же не пересекаются? Да нормально все, просто поспорили. Угу. Ну, говорят, что пересекается, но очень-очень-очень далеко. Это не важно. Спасибо вам, мама уважаемая. Мамуль, пока, давай. Дай я тебе покажу одну вещь. Стой. Вот держи, только крепко. Угу. Ты видишь, Южный полюс. И вот она пошла, абсолютно прямая. И вот она пришла к Северному. С другой стороны идет абсолютно такая же прямая. И тоже приходит к Северному. Вот они и пересеклись.
Я люблю вас, Анна. Вы бы уходили уже, а? А то утром мама придет убираться. А к вечеру Лили должна приехать, жена моя. Козел ты, а не рифмометр. Ты знаешь, что мой отец отбывал наказание в 8 лет за растление малолетних девочек? Мне кажется, что мой отец женился на твоей матери не из-за нее, а из-за тебя. Что скажешь? Ладно, располагайся. Ты извини меня на работу. Анечка, девочка. Анечка. Девочка золотая. Дочка. Поверь, так надо, так было. Поверь мне, пожалуйста. Анечка. Знаете что, дядя Валер? Я маме не скажу. Я так решила. Но вы ко мне больше не приставайте, а то я расскажу, ладно? К 7 вернусь. Личко, конечно, хорош, но дорогого не стоит, потому что краденое. С чего это вы взяли? Послушай, дочка, у меня к тебе два предложения.
Либо я сейчас отвожу тебя в отделение, как выявленную мной воровку, а там ты уже доказывай, воровка, ты не воровка. Или же по договоренности я возьму у тебя за недорого кольцо. Ну и еще ты со мной побудешь, как с мужчиной. Сейчас. Я поговорить хочу по поводу паспорта. Но замучилась уж ментам отстегивать. А твой где? Украли. Понятно. Сестренка, ты нас-то пойми. У нас же точка двойного налогообложения. За связь заплати, да? За охрану заплати, за твою же охрану, да? Какие-то терки непонятные нам надо разводить. А ты стоишь под двойным прицелом. Не отработаю. Сделаю. 1,5 штуки баксов. Сколько? Девочки, пока! Ну, не тебе штука. Ну, ладно. Голландец, блин. А ты кто? Зебра! В смысле лошадь? Сама ты лошадь! Блин, сумку потеряла там! Да фиг с ней сумкой, сам главное, живы остались! Ну что, легче стало? Ага. Ой. Будешь? Да мокрое все. Да нет. Да. Эй! А ты порхнуть не боишься? Не. Смелая зебра. Аня. Кира. Я на теплоходе тебя сразу заприметила. Симпатичный, да, беленькая. А я с этой была еще, с такой кучерявой. Интересно, убежать успела. На 6 девчонок на квартире живут. А ты где живешь? А я в бытовке на Рижской. У меня соседка съехала, теперь одна. Аккуратней!
чего лузарим? Зибро, здорово. Ну что, да козлин какой-то толканул. Банк у вас разбил, что ли? Да. Оставляем? Да. Что на работе новенького? Да что там новенького? Тронемся помаленьку. Джексон совсем обурел, даже Лариска недовольна. А что? Да что, субботник, прикинь, без предупреждения, без объявы. Давай, поднимайся. Давай маленькую сначала. На. Ты в курсе, кстати, что нам аренду подняли? Скоро уже как за пятизвездочный отель платить будет. Ну да. Хувенбин и собачку очередную жарили и подпалили угол бытовки. Ну и на круг с каждого по 20 баксов. Чао. Поставь. Пиздец, жучки. Ким Чен Ын, Ким Ир Сен, Костян, давай сюда. На, это тебе. А это сестре. Давай. Ой-ой-ой. Ну что ты расселся-то? Дай отдохнуть. Подарки доставай. Так. Мамка вечно наложит. Это тебе. Всех соседей обошла. Еле нашла, чтобы рукава нормальные были. Сейчас примерим. Ну как? Отлично. Так, сейчас фотки покажу. Вот. Какая она стала здоровая. Похоже? Нинка наш на порошок подсела. И ее клиент подсадил, с которым она на Лексусе отъезжала. Да ты что, правда, что ли? Ты молодой такой, наглый, да? Он ее домой доставил, она еле до кровати дотащилась. А ее аж крутит от счастья. Даже мыться не пошла, прикинь. Говорит, мне никогда так по кайфу не было, я никогда так не ржала. А утром проснулся, как огурец, и херню всякую рассказывает. Знаешь, говорит, почему Чапаев негр? Потому что с белыми воевал и ржет, как дура. А тут как-то меня угостить решила. Я ей говорю, ты что, Нин, с дубу рухнула, что ли, что сама утопиться хочешь, и меня за собой тащишь? Я говорю, жад была свое, с той стороны промежутка. Пристегни. А она? Да что она? На улыбку сразу свою тихушную подсела. Ну, прям овца, знаешь, из младшего класса школы для придурков. Мне, говорит, брата Павлика поднимать надо. Адреналин дополнительный не помешает. Нормально? Да, нормально. Я знаешь, что у нее нашла? Пойдем покажу. Приезжай, Павлик умер. Тетя Поля. А когда это? Да полгода уже. Павлика только не говори, ладно, и захочет, сама расскажет. Ой, приехала! Ну, блядь, такая, привет! Здорово. Девки, прикиньте, вначале они у меня повелись на очки, на окуляры. Короче, я им сказала, что я на училку поступила учиться в Краматорске. На стипендию выжить не смогла, по рождению сирота. Тогда один был там такой Зиновий Моисеевич, он вообще расчувствовался и не захотел быть со мной. А двое других, короче, дали еще по сотке. И действовали как виноватые, а потом смотрю, краснеют друг с дружкой, полный пиндык. Но они все из одной конторы, все женаты, кроме Зиновия Моисеевича. Помыться забыла. Вот точно чувствую, что этой иглой все закончится. Спасать надо девку, пока не поздно. Видишь, мужик выпил стол. На тебя пялится. Ну а что-то у тебя же профессиональный статус на заднице не написан. Может, он по-хорошему. Паш, повтори. Понимаете, отдохнуть спокойно, да? Привет, девчонки. Здрасте. А ты красивая, чё, не здороваешься? Ну что, пошли? Девчонки, вы чё? Давайте я вам... Пиво закажу. А мы текилу пьем. Вот. Текила, да текила. У нас просто мужчина выходной, мы как хотели вдвоем провести этот вечер. Давай. А, может, мне твоя подруга нравится. Может, я на ней жениться хочу.
А чё? У меня квартира. Машина. Хочешь, покатаемся? Знаете что, мужчина? Я каждую ночь катаюсь от точки до клиента. А сегодня у нас выходной, как вам уже было сказано. Так что будьте любезны, кого-нибудь другого катайте, ладно? Конкретный разговор. Типа напугало, да? Ой, ужасти какие! Живые бляди. А кто не бляди? Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божие. Вот так-то, девочка моя. Вот так. Ну, пока в Царство Божие не собираемся, да и обгонять нам некого. Ой, дура ты! А ты хорошая. У тебя глаза, вот скажи, Евангелие, да? Читала? Не-а. Это зря. Главная в мире книга, самая из всех. И вот в этой главной книге две женщины. Две всего. Дева Мария, мать Иисуса, мама, понимаешь? И блудница. Мария Магдалинова. Такая же, как ты. А чему? Я в туалет. Иди! И сказал он ей, я прощаю тебя. Иди и впредь не греши. Ибо видел мне не то, что она сейчас, а какой может быть. А ты говоришь, от клиента до точки. Замуж тебя возьму. Нет, все по-честному, через ЗАГС. Пойдешь? Да что я с тобой буду делать-то? С таким красивым? Не, я серьезно. И я серьезно. Рожаешь мне детей. Любить меня будешь. А ты меня будешь? Буду. Thank you.
Ну что, ты снова с ней встречаешься? Чтобы я его не видел. Чтобы я его здесь больше не видел. Кир, погоди! Ну, погоди ты! И чтобы ноги ее здесь больше не было! Миша, ну что ты делаешь, опомнись! Все нагуляла, пусть там и рожает! Кира, Кир! Кир, ты у тети Ларис пока сидись, он придет... Да оставь ты меня, я сама разберусь! Надя, иди домой! Я знакомая, Вадик. Вот. А убили Вадика? На, выпей. За упокой души. Тебе ночевать есть где? Селю тебя здесь, аборт организую. Жилье, харчи, аборт все отработаешь.
Ясно? Фу, ты что здесь ей намешал? Сдохнет еще. Нормально. На выпей, для тебя укрепляюще. Работать начнем сегодня вечером. Это снять надо. Это Натахе подальше. А сколько? Ну, я не знаю, как пойдет. Она молодая. Мы по пятихатке попробуем. Угу. Ха-ха, давай. Так, ну, поеди меня, подержи. Умница наша, красавица. Куколочка. Thank you.
Пойдем. Пойдемте со мной, покажу вам. Идите сюда. Вот посмотрите туда, в ту сторону. Девушку видите? Да, да, да. Что это? Вот ее бросили здесь совсем недавно. Притащили на этой тележке мужчины и женщины и скрылись вот по этой дорожке и ушли. Подруга, ты как зебра, вся в полосочку. И куда ты дальше? Сама посиди, зебра. Ну, поедешь обратно. Шов свой кесарю в родне предъявишь, мешки синие засветишь. Или зебры свои, тоже ведь не заштукатуришь, так ведь? Так что, подруга, давай ко мне. Отъешься, я тебя на точку отведу. Мамке нашей представлю. Побудешь на воздухе со мной, на вроде Гринписа. Отъезжать тоже вместе по возможности станем. А потом сама решай, дальше работать или всеми передрыщен свой возвращаться, пропадать там совсем. И запомни, подруга, мужики, они как общественные туалеты, как сральники никудышные. Или заняты уже, или дерьма полные, или просто не функционируют. Так что за нас, красивых. Зебрик, а зебрик, да. Ну ты по что у нас такой придурок-то, а? Выводы правильные по жизни сделала. Мне ничего не хочется, не то что замуж. Ничего не хочется. А что тогда деньги копишь? А я не коплю, я откладываю. А на что откладываешь? Не знаю, может, комнату куплю. На заслуженный отдых уйду. Рожу от кого-нибудь, будем жить вместе. Ага, а мы к тебе будем приходить нянчиться. Не, я в Москве не стал жилье покупать, дорого. Ну ладно, родишь, да, на что кормить? Садик тоже без взятки не устроишь. Вот мне клиент рассказывал, он сына устраивал. Штука зелени. А где баксы возьмешь? Короче, Анька предлагает до старости на точке пахать. Да чё сразу до старости-то? Ну, я ближайшие лет 5 о личной жизни думать не буду. Не надо Соньку на ноги поставить, замуж выйти. И мне, Павлик, тоже надо в Суворовское училище пристроить. Угу. Ну, а чё я подумала, и в Москве пригляд. Прикиньте, они там до сих пор танцы учат. Конкурс только большой, наверное. Наверное, большой. Ну да. Ну что тебе налить? Да. То, что ли, скажи, Анька? Ну, давайте, знаете, за что выпьем? Чтобы мы по жизни правильные выводы делали. Шагай. Всем раздеться. Одежду на стульчики. И в бассейн. За мной. Воду, воду! Плавать, я сказал. Вон, видишь, мужик вышел. Он сейчас выбирать будет. Ага, или дрочить.
Командир, воду могли бы подогреть. Поэка еще. Плавать без разговора, ясно? Куда ты? Обратно. Плавать. Из бассейна не выходить. Все, одеваемся. Что за дружбу? Да? Давай. Ань, ну за какую дружбу, а? Тебе же нельзя, дебил родишь. А в бассейн по 8 часов плавать можно? А беременным полез. Я по телевизору видел. Да? И работать тебе нельзя. Давай так, пусть пока не родишь, будешь у нас на хозяйстве, а памперсы там пожрать не твоя забота. Нормально? Серьезно? Ну? А что ты нас дура, что ли, такая? А хочешь, я что скажу? Только ты не смейся. Ну? А мне нравится работать. А мне нравится. Я вот дома была, да? А душа к вам рвется. Сюда. Да? Здесь же... Ну, здесь же все свое! Родное! Да? О! О! Я вас очень люблю, правда. И Джексона, и Лариску, правда, всех люблю. О-о-о! Оп, 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 оп! Молодец! Давай! Нажралась? Да, дура пьяная. Ладно. Ну ты подумай, предложение мое в силе. Да? Да. Празднуйте. Праздную. Ну ты как, горло болит? Угу. Эти гонять все, да? Наши вчера обсрались, слава богу, с бельгийцем. Ты ж молока горячо выпьешь? Угу. Игру просрали 2-3. Из одной восьмой полуфинала в другой восьмой полуфинал не прошли. А я теперь от ящика отхлынет, про трубку свою между ног вспомнил. Не хочу больше. Спасибо. Ладно, пойду я, а то Анька там зажигает.
Раздевайся. Совсем. Выходи. Ты уж прости меня, милая. Я ведь не со зла такое творю. По необходимости, связанной с особенностями физиологии организма. Иначе я не достигаю оргазменной разрядки. И любые способы не приносят требуемый результат. Ты уж мне поверь, я многое перепробовал. Поешь, нет? Ладно. Ну, ты поешь, ладно?
ты чё так рад? Я поговорить с тобой хочу. Я с Нинкой уже поговорила, она согласилась. Ну? Давай отделимся и совсем на другие бабки перейдем. В смысле? Свою точку надо открывать. Место я уже присмотрел, надо только все условия выяснить, там, про ментов, про деньги. На себя будем работать. Хватит уродов кормить. Ну, как тебе мысль? Да говно мысль. Не надо никакой еще одной точки. Хватит и без нас этих блядских точек. Пусть они будут как есть, и мы будем как есть. Бляди простые, а не блядские хозяева. Ну, ладно. Мы с Нинкой тогда сами отправимся. Вот и слава. Работать к вам пойду. А в хозяева нет. Ладно, я спать. Ну что, охуела? Она же у нас внутренне хорошая. Ну, взгляд он такой на жизнь имеет, ну и пусть. Внутренне хорошая. Че ж мне теперь ее наизнанку, что ли, выгонять, чтобы согласие получить? Никогда бы не подумал, что душа бляди безродная, суходрищенская. Такая сложная загадка. Ладно, сейчас с следаком поговорим. Все нормально будет. Да. Следак мужик серьезный. Что я его машину не вижу. На работу никакой, один стресс. Французы проиграли, Аргентина тоже. Италия тоже пиздец, скоро покинут. Ну ничего, Анька, у нас скоро свой футбол начнется. В одни ворота. А, вон он. Все, давай. Здрасте. Здравствуй. Ну что, по твоему делу так. Расположение к утверждению готово. Менты местные не возражают. Заплатить надо сразу 10 штук. Можно через меня. Последний будет с их отделения. Ну, чтобы через кого работать. Ну, а дальше 5 штук в месяц и без всяких проблем. Все. Следак 10 штук баксов запросил. Чмая, какие бабки. Я прикинул, еще 2 где-то надо на внутренние расходы. Угу. А у тебя сколько? Да чего у меня там 1800 заначки? Блин. Я на Зебрины деньги рассчитываю. Отдадим, когда заработаем, да? Ну, конечно, они, мы же не твари какие-то последние. На, убери. Молоток. Все. Все? Все. До свидания. До свидания. Стоп. Айда. Обалдеть! Блин. Спасибо, до свидания. Спасибо. Деньги искала. Прикинь, унеслась в великой обиде. О, даже мороженое не достала. Это значит, она сразу на нас подумала. Так это что, она из-за денег, что ли?
Человек странный. Главное, что истерику-то устраивает? Ты же ей сама первая предложила, она отказалась. На комнату там полюбаться не хватало, а нам срочно надо было. Да сама она виновата, сама! Пусть теперь своего долга где-нибудь в другом месте дожидается, не здесь, согласна? Не знаю, как у тебя, у меня без вариантов. У тебя, вон, мама с Сонечкой накормлена, а мой братик произрастает... Да нет у тебя никакого братика! Сдох он! Полгода уже прошло, сдох, все! И не надо на меня такой овцой смотреть! Игрушки свои убери отсюда! Все, кончилось детство. Ясно? Привет! О, Джексон, здорово! Садись! Я покидаю столицу, ну чё, как дела у тебя? Нормально, 10 штук, все в порядке. Уже на себя работаешь. Ну и дура, я бы тебе мог за семеру или за пятеру то же самое устроить. А чё ж не устроил-то? Да гордая очень. Куда ехать-то? На точку, мужчина, на точку. Куда же еще? Быстрее самолеты.